Я приветствую подписчиков и зрителей канала, с вами Бадди, мы проходим Lost Planet 3. Мы вернулись на свою базу и, как вы можете слышать по звукам, здесь идет борьба за жизнь. Но я тут по пути подберу одежду нол. Ну это мы уже слышали, нам на другой этаж. Насколько я мог понять. Не угадал я все-таки в конце прошлой серии тот этаж, на который мне нужно попасть. Ничего страшного, благо это недалеко. О! Вот так сразу. Вас-то я тут не ожидал увидеть. Так, а что они сюда вообще напали? Видимо, я сюда что-то привлекает. Понять бы только что. Понятно, мне нужно зачистить эту территорию. Все, нет. Нам дальше. Чего вы тут за круговую оборону устроили, парни? Well, ain't that a kick in the teeth? My favorite customer is alive. And just in time for the party. Here they come. Show me what you got. Удачно бросил. Пополнили боезапас. Так, что они ползут отсюда? Дружище, давай-ка ты сам справляйся. Потому что пока я не выполню что-то нужно, вы все равно будете идти. И идти. Back from vacation, huh? Yeah, real summer at the beach. Welcome back, boss. And this is why I never leave the hangar. I bet I can shoot more of them than you can, Peron. Nice. I bet you really miss this one projecting his insecurities. Huh? Talk English, boy. И долго это будет продолжаться. Это вы, ребята, стреляете редко, а я-то уже настрелялся здесь до усрачки. Так, не могу пока закупиться тут одновременно, нет? Так, нап сюда. Not bad, I suppose. Okay, okay, you better get going. I can handle myself here. Пополним боезапас просто. Возвращаемся сюда же. Так. Нам на, я так понимаю, на второй этаж. Правильно? Потому что на первом там не было прохода. Без меня даже базу защитить не могут. Ну что за люди? Так, ладно, тупо стреляем. Удачно, да?
Я хоть туда приехал-то, нет? Ну, видимо, да. Так, мой мех разбит. Это говорит о том, что залазить в него я не могу. James, this is Roman. Do you read me? Is it true you're here at Corona's? Doc, what are you doing back here? I heard the same distress call you did, no doubt. Been trying to find out what's causing this frenzy, and I think the answer's in Kenny's lab. But we need more firepower to punch through. Roger that. I'm inbound. Так, интересно, я здесь был, нет? Это ощущение, что нет. Поэтому я схожу. А, здесь ничего интересного-то и нет. Ладно, мне на первый этаж лаборатории. С этажа на этаж бегаю, как совраска. Если бы эти локации были бесшумные, да. То есть без проблем. Это было бы круто. Но когда ты отстрелял 10 врагов, тебе нужно опять ехать на лифте, смотреть загрузку. Опять отстрелять 10 врагов. В этом есть какая-то, знаете, такая легкая... разочарующая изюминка. Напугать меня хотели, что ли? Ну и честно слово, не страшно. Как долго перезаряжается она? Кстати, там было, по-моему, смешно так бежит. Так, мне сюда? Да. Ладно, много вот здесь, парни, много. Ладно, давайте. Торопиться не будем. Да в курсе я, но сюда еще дойти надо. Ладно. Тупо бежим. Не останавливаемся. И еще один загрузочный экран. То, что квинтэссенция загрузок на одну миссию. This facility is an emergency lockdown. О, мои маленькие друзья. Elevator lockdown has been bypassed. Я чувствую, Коронису пришел, мягко выражаясь, кобздец. И нам придется перейти на базу, которую мы только что покинули. И чё? Ты чё скажи, что открыться не можешь? Ух ты! Diverting auxiliary power to hydraulics. System engaged. Warning. Intrusion detected. Initiating defense protocols. Самая жопа в лаборатории как раз. Вы что такие смелые-то, парняги? Зацепил там кого-нибудь, нет? Мне эти враги больше всего нравятся, я прям к ним какую-то симпатию испытываю. Число. Забыл, их называются варьяды какие-то. Так, ты один остался, нет?
Кот убежал. Что там, вас много еще? Я-то по мечи буду. Хорошо. Так. Нам направо, да? Давайте сначала здесь пробежимся, подберем патроны. Ты энергию. Ты живой, что ли? Так, главное, что у нас теперь есть еще гранаты. Весьма эффективное оружие в тесных помещениях. Так, нам куда? Сюда? Я там не был еще. Входим в какую-то закрытую лабораторную зону. До этого нас туда еще не пускали. Ты тут меня вместе с ними просканируют. Так, они меня не пустят, пока их всех не убью, да? Так, что-то все потряскивается так жестко. Так, это наши союзники, это хорошо. Your resident super genius built some kind of experimental machine that's drawing the acrid here and agitating them more than usual. Why would Kovac build something to cause this? You're asking the wrong scientist. See the quarantine room in the center of the lab? Right through the glass there? You blast your way in and put a stop to this mess. We'll keep him off your tail. Ладно, мне нужно пройти туда. Ну а кому еще-то, кроме меня? Какой-то ультразвук, да, который привлекает этих гадов и заставляет экран так дребезжать. Ты кто? Jim! Good heavens! How long have you been not dead? Oh, you're just in time to witness my breakthrough. Isn't this spectacular? Look at them all. Ты в курсе, что ты дебил? Удачно. Так, где? Вон она, да? Ладно, я понял. This is Campbell at Delta Station. We can't hold out much longer up here. Requesting immediate assistance. Jim was on his way to stop the call on this. Jim, do you copy? I'm working on it, guys. Так, спрятаться я могу за укрытием? Что-то все дребезжит, видимо, этот ультразвук действует на нем уже. Капец полный. Он что-то тормозит не по-детски при каждом движении. Так, здесь я не пройду. Такое ощущение, что FPS проседает, но на самом деле это просто вот этот ультразвук, который заставляет картинку так трястись, и, если честно, очень некомфортно играть. Ну, вперед меня бегут. Так, как ее отрубить-то? Не понял. Понял. Destroying the prototype was quite unnecessary. I'm sure I only needed to adjust the frequency. Yeah, sorry for the inconvenience. Hope saving your life didn't put you out. Oh no, I forgive you. I know carnage and mayhem is part of your nature, and without it, you just wouldn't be you. Or nearly as useful to me. You made a device that can drive the acrid crazy. Well, I would need to run more experiments to know for sure.
establishing a baseline of sanity for these creatures might be prohibitive of itself. Nevertheless, I'm glad the base was able to witness my breakthrough. What, you're telling me you did this on purpose? No, not at all. But the experiment is still a resounding success. The Acrid were influenced. Don't you see? I figured out how they communicate, and I've replicated it. In the course of dissecting many varieties of Acrid, I found a receptor that they all had in common. You might understand it as sort of a biological radio receiver, but you'd be stupid, because it's vastly more complicated than that. T-energy is an unusual element with uniquely resonant electromagnetic properties. It's more than blood and energy. It's how the Acrid coordinate with each other. It seems I found a vibration frequency that puts them in an agitated state, which is of limited use itself, but just imagine what else we might be able to do with this. If I can find the wavelength that would calm the Acrid and render them docile, then harvesting T-energy in the quantities we require would be a matter of simple logistics, such as designing a sufficiently massive slaughterhouse. Yeah, I'm gonna go ahead and leave you in there. It's okay. I actually think better in confined spaces. А задание тебе сдать можно? Я же, по-моему, что-то для тебя принес, нет? Ладно, оставим этого дурачка в покое. Пускай наводит тут порядок. Auxiliary power systems at 30%. Так, а нам-то как куда вернуться? Здесь. Как и пришли. James, a moment. Listen, I don't want to cause a general panic or anything. But just glancing at Coronis while heading in, she's in bad shape. The way the storms are increasing in intensity, I'm concerned it's only a matter of time until the structural integrity is compromised. I don't know, Doc. Seems like a pretty good reason to panic. You got any suggestions? I may. There are some tests I'd like to run, but I'd need your help. Wait for my call and we'll chat properly. In the meantime, I'm sure Braddock wants to catch up with you. Понятно, она нам еще какие-то задания будет давать. Вернуться в ангар. They stopped. The Acrid are retreating. Looks like Delta Station's in the clear. The swarm is subsiding in the hangar as well. Whatever you did seemed to work, Jim. We're ever thankful. I'm happy to help. Just glad to be back home. Если честно, порядком уже, я уже не раз говорю, подраздражают эти буферные зоны разного рода. Они, конечно, оправданы, но, блин, как они надоедают, честно, пионерская. Так, теперь бежим обратно к Брэдоку, да? На этом же этаже он должен находиться. Science is not an exact science. At its best, science is chaotic and unpredictable. Often produces a foul odor that you cannot scrub from your fingers. Nature has bottomless mysteries and contradictions and fanfare of ironies and impossibilities. Male seahorses bearing litters. Frogs consuming their own offspring. Entire population infused with its planet's lifeblood. I've observed these things with my own eyes. I've carved the verities of truth from them with my bare hands. Any answer, and I do mean any answer, can be dissected into being. Any secret can be cut open when the scalpel is sharp enough. This is science, right? 80% patience and 20% is cutting things open. Until next time, mother. Ну мы и без этого знали, что он чокнутый фанатик, поэтому удивляться не стоит. То, что он посылает это сообщение не жене, не кому-либо еще, а матери, это только подтверждает. Так, а мы были в этой комнате, нет? Судя по лежащему здесь контейнеру, нет. И по аудиожурналу тоже. After months of rolling blackouts to fight record strains on the power grid, the president is attempting to tackle the national energy crisis head on.
This morning, he unveiled a new energy bill promoting energy-efficient homes and alternative energy production. Critics complain the bill is flimsy and does nothing to address the soaring energy prices across the globe. Meanwhile, the blackouts are severely disrupting the private sector across the country, and financial losses are mounting. Experts predict no end in sight for the recession, while on the horizon, a global energy crisis looms. For IBR, this is Suzanne Lee. Ну понятно, это новости. Подобное мы уже слышали. Кризис, кризис. Кругом кризис. Давайте немножко ускоримся. Так, да, я иду в верное направление, в офис Брэдека. Почему? Подождите. Я считал, что это офис Брэдека. Нужно разобраться, что же приводит Акрида в бешенство. И вернуться в ангар, понял. Ну, видимо, мы с ним встретимся просто там в ангаре. Когда же мы можем... Hey, boss. Nice to see everything still running as smooth as ever. I knew you're still alive. So where the hell you been? So, you fought a G-class Acrid, fell down the side of a mountain, landed on the other side of Shaq's Peak, and somehow survived for 2 weeks before you got back into comm range? Thankfully, the rig was flush with rations and ammo. Lucky timing, I guess. I don't know if you've got a good luck charm or you are one. Funny how often luck feels just like getting my ass kicked. Jim, you know, take you at your word, of course, but I'm sensing there's a little more to your story. Well, now that you mention it, where is this? What is this? Where did you find that? Sensing that you already know the answer to that. Don't toy with me, Peyton. What did you find? Why don't you tell me what I found? We're the first humans to set foot on this planet, so obviously I didn't find some 50-year-old Nevek base, did I? Did you keep your voice down? Is that really all you have to say? No. It's important you understand something, Jim. Keeping the first colony under wraps wasn't my idea. It's one of the terms I had to agree to for Nevek to greenlight this mission in the first place. Perception is vital to their interests. They'll go to great lengths to conceal such a debacle. Coronis was set to land far, far from the original site, but the storm forced us down here. Nearer to the truth than I could have even ever hoped. Hoped? Why would you hope for this? That's why. General Charles Braddock, commander of the first Neo-Venus Colonial Expeditionary Force. Your old man led the first colony. Led it, and lost it. And he was never the same. Something happened here. Something you would never talk about. So, you're here to what? Fulfill your father's dreams? Redeem his failures? I'm here to solve the energy crisis. And maybe get some answers with your help. Consider this an opportunity. A standing contract for further investigation. Not for Coronis, but for me personally. And I'll pay a premium for your ongoing discretion. So I get to lie to everybody too? If a word of this reaches Nevek, they'll take back the whole operation. Put it under paramilitary command. I hate lying to the men, Jim, but it's for their own good. Trust me. I'll see what I can see. Ну понятно, закончили ни на чем. Мне нужно отправляться в ангар. Yeah. By the way, Jim, a supply drop came in while you were away, and if I'm not mistaken, we got all the parts we need for a couple of major upgrades to your rig. One of them's a gas torch. I've got some contracts for you on the new pipeline, so I need you ready to do some welding. The other upgrade? Well, I'll just let Gale show you that one. Так, значит, нам нужно отправиться. Гейл, я прав?
Он ждет меня в мастерской. Сварочный аппарат. Говорит, у тебя будет контрактов несколько. А что, буду еще со сваркой заниматься, что ли? Рутинной. Так, склад оружия, мастерская нам сюда. Заодно забежим, посмотрим, что можно из оружия купить, прикупить. В частности, какие-то модификации, что ли. Но сначала, конечно, мастерскую. Man alive! Jim, I'm glad you're back. It was a long couple of weeks. Of course I told him you'd make it. Never a doubt in my mind. Oh, won't Braddock be happy? His favorite, back from the dead. LaRoche is happy to see you too. Hey, major upgrade time for you. Parts came in for an acetylene torch? Sexy, right? I can slap that together in no time. But the other upgrade, it's gonna take significant surgery, but you're gonna love it. Consider it a little welcome home gift from Braddock and yours truly. Your chassis is a Dynasty 2 swing arm. Platform compatible. All the access holes line up and everything if we want to fully convert. New game? I trust you, Gail. And if you hurt her, I'll cut your arms off. Sweet! Я так и не понял, что за второй апгрейд. Звучит красиво, но что он на самом деле делает? И чем он будет нам полезен? Не хотят нам показывать, как они это делают. Видимо, это секретная информация. My masterpiece. Your rig can now transform into a drilling platform. The suspension might feel a little tighter, and sorry about that, but you're gonna lose your mind when you see what your rig can do now. LaRoche, no begging for one. Giving you enough chances. Fancy but useless, huh? What good is a drilling platform without knowing the location of deep thermal pockets? Shush! You're ruining the high. Jim? You were also officially upgraded with a Mitchell Industries oxyacetylene torch. Dual 150 oxygen regulators with a custom thermodyne cutting tip. It's a small flame for welding and cutting, so don't expect to melt the environment with it. It's pretty pyro-proof. Gotta say, proud of this one. Just check the valve reseals on the cylinder from time to time. And the Frankenstein rig keeps growing. Yeah. LaRoche, can I have a second alone with Gail? Ah, I don't want to be here for this anyway. Au revoir. Listen, Gail, can you look at getting a replacement for this purifier? Dude, this is like 50 years old. I don't think a modern-day replacement would work with wherever this came from. But I can look at repairing it for you. Так, Гейл первый, кто, видимо, узнает о людях с первой колонии. Так, ладно, у нас... Наш мех внушительных размеров стал и изменился. How did you survive in the wild for 2 weeks? Oh, no big story to tell. Fell off a cliff, nearly died, got rescued by a beautiful snow princess who magically healed me at her secret hideaway. Pretty much what you'd expect. Busting out the welding goggles. Так, у нас 8 этих очков, которые мы можем потратить. Поглотительная энергия позволяет машине собирать энергию поблизости, просто проходя по ней. Это полезно, но дорого. Так. Удлиненный кабестан стреляет на 50% дальше, чем раньше, что позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Посмотрим, что еще есть. Удар предплечьем у нас есть. Ладно. В принципе, у нас есть большинство, поэтому давайте купим удлиненный кабестан. Yep. More reach for your winch. И усиленный корпус. More shielding is never a bad thing. Not with the punishment you take out there. Так, и у нас остается еще одно очко и. Till next time, boss. Надо прогуляться до оружейника. Возможно, там, если нечего купить, то мы потратим деньги на эти очки умения и купим еще что-нибудь. Возможно, какие-то улучшения для импульсной винтовки. Ничинож, все есть. Так, теперь по улучшениям. Аэродинамическая осколочная граната, которую можно бросать на большие расстояния. Место на поясе для гранат. Дополнительная обойма.
специальный компонент. Давайте сделаем так. Купим дополнительные обоймы. И купим место для гранат еще. You can never carry enough grenades, if you ask me. А на оставшиеся деньги ничего покупать не будем. Thanks, Jim. You keep fighting a good fight. Так, куда мне теперь-то? Приобрести апгрейд для машины. И посмотреть, что это за апгрейдики. Давайте. Отправляемся для этого в ангар. Так, теперь нужно понять, что нам делать дальше. Задание это поместье нам дадут однозначно. Я вот пытаюсь понять, делать ли... Now that your rig's upgraded, test it out on a deep core T-energy reservoir in the North Plains. Braddock out. На северных равнинах отправляют меня на теплогенератор. Но пока я ничего не могу проверить, пока просто выхожу. Пытаюсь понять, стоит ли мне шариться опять по этим колониям, по всем, и искать эти записи первых колонистов. Не то я сделал. Совершенно. Так, можно использовать быструю езду. И куда? Пещера Диос, это, я так понимаю, второстепенное задание, да? Ну-ка, давайте посмотрим вот, вот эти задания. Тарка. Пещера Диос. Студия епископа, да? Почему одни и те же? В любом случае отмечаются точки. Что бы я ни выбирал для отслеживания. Ладно. Надо бы добраться до старого теплогенератора Диоса и забрать эту энергию. Не хочется вообще. Глубоко забуриться в тепловой карман. Вот это уже интереснее. В струю епископа. Туда и отправляемся. Грейси, I'm so sorry I worried you. I'm fine. I just found myself off the grid for a spell. Nothing I planned on. It's a long story, and you'll hear it, I promise. Just stay strong, doll. Talk soon. Так, пещера Диос. Или нет, подожди. Забуриться нам нужно было в струи епископа. Давайте на этом эту серию закончим. А в следующий выполним это основное сюжетное задание. И между сериями я подумаю, искать ли не искать ли эти записи. Но я склоняюсь к тому, чтобы их не искать. А двигаться тупо по сюжету. А пока спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.